на асфальт поселили, для асфальта, чтобы там ни трава, ни земля не росла. Мне нравится подход, который сегодня есть в душе калмыки, что они ее очень любят. Мне нравится, что у вас все такие памятники, они светлые, калмычные. Мне понравилось Калмыкия. Вот она стала шире, она стала солнечнее, она стала... Люди у вас всегда были доброжелательные, у вас очень воспитанные культурные дети. Команда пришла с пониманием того, как развить дальше край. Все понимание здесь есть, поэтому сейчас помогать только органам власти правильно приводить дополнительные деньги и программы.